Телеведущая отметила, что никогда ранее не страдала аэрофобией. Ксения Бородина только-только вернулась из короткого, но яркого отдыха в Париже, куда она отправилась на частном самолете со своими подругами. Телеведущая с удовольствием поделилась живописными снимками своих маленьких французских каникул на странице соцсети Instagram. Однако, когда пришло время улетать обратно в Москву, Бородина немало занервничала. Ведущая «Дома-2» признается, что не знает, откуда у нее взялся этот страх, ведь она никогда не была аэрофобом. «Никогда не была аэрофобом, что случилось то. Меня стало трясти от одной мысли от полета. А вы боитесь летать? Малейшей турбулентности я не могу с собой совладать, начинаю думать о плохом», написала на своей странице в Instagram Бородина. Впрочем, паника была напрасной, и полет завершился удачно, добавила она. В комментариях подписчики начали делиться с любимой ведущей своими историями, связанными с самолетами. Оказывается, многие ее поклонники тоже боятся летать. При этом некоторые стали убеждать Ксению, что воздушный транспорт – самый безопасный по статистике.